Ушло твоя мать. Ушла, бросила нас, бросила Милку, бросила меня. Подожди, а где Чебурак? А, Чебурак охраняет жить. Кстати, черепах! Ёхперный тят. Я ж забыл про черепах, потому что у нас черепахи растут. Бросила вот это... Наташку и Пашку бросила мама. Чебурак, ты тут как? Нормально живешь, да? Не тужишь? Ну вообще подписчики сказали, что нужно ночь не спать, чтобы твои черепахи вылупились. Привет. Ты чё, вернулась, да? О детях вспомнила? Нет. О детях вспомнила, нет. Да? В предыдущей-то серии свалила, свалила, обиделась на свою вот эту дочку и свалила. Вот там сейчас и живет. С предыдущей серии вот на том острове живет, да? Да, я тут это, со скелетами борюсь. Сейчас, подожди, убью. Подожди, просто вдумайся на секунду. Она там со скелетами борется, а я многодетный отец! У меня два малыша и два неродившихся малыша. Ты думаешь, что... Она со скелетами борется. Мистер Крипер? Здорово. Я вернулась. Сколько лет, сколько зим? Да нисколько. Мы по тебе уже не успели соскучиться, да? О, бамбук надо собрать. Это не бамбук, это тростник, Катеридзе. Да мне пофиг. Так, я сейчас открою наш бизнес-план, посмотрю, что у нас тут по графику, где у нас свободное местечко. А, вот, короче, вот здесь нам нужно отрубить друг другу бошки и покрасить ошейники. Кому бошки отрубить? Да, друг другу, ты говорил, нужны бошки. Так не друг... Дуримонда, так не друг другу бошки отрубить, а в смысле в ад пойти этим визер-стилетом бошки отрубить. Три бошки спавним визера. Блин, я тебе хотела. Ну ладно. Не надо мне... Вот видите, мать какая, мать, мне бошку хочет отрубить. Мало того, что живодерка, мало того, что черепах любит убивать, так еще и мне хочет бошку отрубить. Давай пошли, садись в эту тарантайку нашу. А вы куда? За цветами, садись давай. Ага, то есть ты не можешь просто взять сам, съездить, купить мне цветы и привезти. Мне нужно с тобой обязательно, да, ехать? Я тебе не буду цветы покупать, я цветы буду покупать для Чебурака. Я же ему хочу покрасить ошейник, какой-то другой цвет. Что ж. Что ж. Ладно, хорошо. Не, в принципе, можешь не дарить мне цветы. Я не обижусь, ты знаешь, нет. Я не собирался, нет, не. А, ну не надо, не утруждайся. Не, в принципе, я не хотел утруждать, я не да хотел. Да не, да, не. Кать, все нормально, я да даже... Да все хорошо, да, да. Да, да, все хорошо, я не собирался даже дарить, все нормально, Кать. Да, не надо, не, все. Вот я и не буду, в принципе. Не, не надо, все. Да я и не хотел на самом да, деле. Да, все, в принципе, вот, Ма... ты, я пошла. Человек за бортом! Ну, на самом деле, не так уж и хотелось, Кать. Вот прям очень не хотелось, честно. Не хотелось даже. Давай, как будто этого не слышала, давай. Цветочки. Не, как бы я тебе подарю цветы тогда, когда я сам захочу это делать. А сейчас я хочу Чебураку подарить цветы. Вот я нашел розовый краситель. Вот. А я красный. Они уже красные с самого начала. У нас, в принципе, красные ошейники. Нам нужны какие-то другие, поэтому мы и пошли за цветами. Выкинула. Я думаю, то, что тебе прям отлично подойдет розовый цвет, да? В смысле подойдет? Это как бы вообще не обсуждалось. Розовый и точка. Вот именно, розовый цвет. А я-то бы очень сильно хотел, чтобы у меня был или фиолет. Хотя, подожди, я же могу себе голубенький сделать. Я-то видел голубые цветы сзади где-то были. Как тебе такая идея? Смотри, тут это есть не фиолетовый, такой сиреневый. Я может. О, давай, забирай на всякий случай. Больше я ничего не вижу. Если. Опа, здорово. Я хотел сказать, если то не если. Это не сиреневый, это вот этот, который я только что добыл, это розовый. А, ну держи. Себе забери. Ой. Садись, давай. Подожди, я тут в шахту быстренько забегу, посмотрю, вдруг тут золото есть. Кать, мы с тобой на 63-й высоте. Какое золото? Давай иди сюда! Ну подожди, ну почему ты вот так вот уверен? Тю-тю! Отправка поезда через... На моих часах через 19 секунд! Уже 14! Эй, уже подожди, 10, пожалуйста! 7, подожди! 4, подожди. Минус но... 1, 2, 1! Поезд в Дальний Воронеж, Восточный Воронеж, успешно был отправлен. До свидания. Кто ну не и ладно, зато я уголь себе покопаю. Как я говорю, кто не успел, тот обосрался. Видите, кто обосрался. Ну, в смысле, не успел, имею в виду. Ты себе цветы взял? Взял. Какие? Какого цвета? Розового. А себе? Я себе и мне взял розового цвета. А мне? И себе тоже. А мне? И себе тоже. О! Это то, что нужно было, то, что я хотел с самого начала. Так, иди сюда, прелесть моя.
Ой, ой. Все, голубенькая Катя, я нашел голубенькая, это хорошо. Забери меня, пожалуйста, я из шахты вылезла. Билет стоит 3 угля. 3 угля? 3 угля. Давай сахар и 1 уголь. 3 угля. Ладно. Но сначала выброси 3 угля, потом я подъеду. Мне в лодку выбросить 3 угля? Выбрасывай. Подплыви. Выбрасывай. Выбрасывай. Раз. Еще. Два. Еще. Три. Все? Ура. Все, поплыли домой, Екатерина, ты сегодня штурман. Да, я арбузик кушала. Ну как я тебе в роли, как это называется, моряка или как это, капитана? Очень плохо, очень плохо. Потому что почему? Да потому что ты даже не в ту сторону плывешь, наш дом в другой стороне. Извините. Быстренько так же задрифтуем и вот сюда поедем. Он опять в другой стороне, он слева находится. Да. Сейчас справа. Да плыви ты прямо, штурман, не до... Да налево! Шандарахну! Все. О, это наш дом? А, нет, показалось. Ой, какие-то моряцкие песенки. Не кочегары мы, не плотники. Это не про моряк, не про моряков, да, песня? А зеленые утопленники. Подходит? Не подходит. Я ей говорю, пой какие-то песни про моряков, она поет про кочерышки, ну хотя сказать, кочегаров. Ты не выговоришь. Я не выговорю, про кочегаров и утопленников она поет. Все, давай, иди сюда. Слазь. Иду. А, у меня тут кошка на циркулярке сидит. Минус хвост. Милка слез. Минус Милка просто! Ты что ты делаешь? Ты дурочка, слезь, пожалуйста. Покраси. Хотя ее уже не существует. Подожди, у меня краситель, это нет, подожди, сейчас сделаю. Я себе тоже сделаю. Синий василек и пион. Розовый краситель. Вот так вот. Держи. Смотри, я сделала розовый краситель, тыкай, я сделала. Оп, тыкай, поедем, тыкай. Угу, сейчас, подожди, оп. Вот это прям Милка-Милка шоколадная. А ты иди сюда, Катюха, Чебураку. Ты у нас будешь Чебурак голубенький, ну ладно, синий. Опа. Стильно. Стильно. Под воду подходит. Да, стильно, собачно, молодежно. Кать! Одно я яико треснуло, смотри! Где треснуло? Вот треснуло. Ну ты сравни вот это правое и сравни вот это левое. Левое треснутое. Видишь? То есть скоро, по идее, оно должно вылупиться, скоро, да? Скоро оно растеребонькается и появится вот эта черепашка, ниндзя. Я читала в комментариях, что нельзя спать в эту ночь. Какую? Или что-то типа того. Ну типа нельзя с какую-то ночь не спать, чтобы следить за яйцами. Что-то типа того. Я не знаю, кто тебе там опять в комментах советует, чтобы ты не спала. Там в комментах бывают иногда хорошие комменты, иногда прям странные. Давай вылезай. Чебурак! Ты почему ему покрасила ошейник в розовый цвет? У меня больше нет синих красив... А нет, есть, вот там вижу. Чебурак не будет вот этой бабой. Он как бы все же пацан. Это стильно. Стильно, собачно, молодежно. Я понял, но лучше ему оставить, чтобы был синий. Чтобы ты понимал, тут возле тебя синие цветы. Я видел, все, пошли давай в ад, нам нужно отправляться за пошками. Красота. Чебурак, следи, пожалуйста, ты опять... Ёперная Катя, да оставь его! Все, Чебурак, будешь самой модной на районе, все, сиди так. Дуримонда. Все, давай пошли в ад, Катюха. А ты можешь поделиться со мной немножко едой, например, мясом? Ярик! Здорово, брат! Здорово! Минус суши просто. Заходи в портал. Ой, сейчас как я заору внезапно. Не надо. Подписчики, закрывайте уши! Да не сейчас, это не сейчас будет, это не сейчас. Чтоб ты не знал когда. До свидания. Короче, Катюх, первая задача, когда ты приходишь в ад, нужно стукнуть свинозомби. Вперед. Нет, больше на это не попадусь. Ты мне лучше дай еды, пожалуйста. Держи.
Так, если моя память мне не изменяет, крепость находится в той стороне. Пошли. Зачем ты меня ударил? Это страшно. Очень страшно. Аккуратно. Главное не шандарахнуться, Екатерина. Понемножечку. Крепость где-то уже вот здесь должна быть. Вот давай сюда. Все? Давай, залезай. Ага. Я боюсь высоты, чтоб ты знал. Все, мы уже практически пришли. Если я хорошо помню, то крепость находится за вот этой горой. Где-то вот здесь. Только в прошлый раз мы с тобой зашли вот, вот немножко оттуда. Мы, короче, вот это все оббегали. Сейчас я нашел такую, ну, сквозную дорожку прямо вот сюда. Пошли, Катю. Угу. Короче, смотри. Наша задача найти трех... вообще не вот этих нам нужно найти, но вот этих тоже как бы... Да, пожалуйста, не орите в чате, Эдисон, зачем ты вот эти спавнеры разрушаешь? Тебе же нужно потом убивать кучу ифритов для того, чтобы выбивать из них вот эти палки. Да я знаю. Я потерялась. Давай, Кать, я вниз уже прыгнул, давай сюда. Вот я. Налево, Кать, налево. Вот, давай сюда. Он в меня сейчас, да? Ну а что, я не знала, что делать нужно! Ты меня бросил! Я возле тебя в 3 метрах был, Екатерина. Давай заново беги, я тебя жду. Это светокамень? Это светокамень. Только это нам светокамень. Нам светокамень сейчас не нужен. Ой, ага. А что здесь скелет делает в аду? Давай, попробуй попасть, давай. Мимо меня прострелил! Давай, Катюха, ты тут разбирайся со своими скелетами, я буду... выполнять задачи посложнее. О, он сам... Он меня увидел, сразу в лаву упал. Вот, видишь, насколько сильно меня скелеты боятся. Ты, наверное, очень красивый, что от тебя люди в лаву падают. Это не люди, это скелеты. Давай с этого начнем и этим же и закончим. Так, подожди, все на этом крепость это заканчивается? Это вся крепость? А что нужно делать-то? Я не понимаю вообще. Гулять! Это самая сложная и самая главная задача. Ага, это романтическое свидание, да? Да, я Катю позвал на романтическое свидание. Только в конце тебя ждет самый такой классный подарок, который я тебе никогда в жизни еще не делал. Пошли. Давай, залезай сюда наверх, Катюха. 3 визоресушителя! Давай, быстро! 4 визоресушителя вот этого, сосусителя. Кого? Сосусителя. О, пацаны, я не вовремя, да, к вам в гости? О, подорол по писяке, да, по одному, Катюха. Ты где? Опа. Сюда. Опа! Не густо, не пусто. В смысле, как? Как? Что сейчас произошло? Что за дабл-комбо какое-то? Как газ делает, Катюх? Всё, хватит, я не знаю, кто там кого пародирует, или Катя Гаста, или Гаст Катю. Как? Всё, да пожалуйста, ну успокойтесь, или одна, или другой. Все, давай за мной. Ёперный театр, как же вас тут много. Кать, сундук, первый сундук в крепости. Золотая конская броня, это моя. Ты же не любишь золото! У тебя есть железное, так? Еще одна золотая, еще одна железная! Одну железную тебе, одну мне, и у тебя золотая, и у меня золотая, держи. Да, давай, ты где? Это ты где? Подожди. Ты где? Я возле сундуков. Слишком просто потеряться. Я вот здесь, давай, выбрасывай. Держи. Так, вот так. Иди сюда. Смотри. Вот эту всю фигню надо добыть. А что это? Нарост из незера. Вот просто бери и добывай, они нам пригодятся дома. Из этой всей фигни можно делать всякие зелья пипидимости, силы и прочие билиберды. И также... Зелья пипидимости? Пипидермости, да, надо зелья делать. И плюс к этому всему песок душ тоже надо добыть. Ты спросишь, зачем? Да, баню делать. Откуда ты уже знаешь? Ну вот, знаю. А, она, походу, комменты читает. Да, ты комменты подписчиков читаешь, поэтому знаешь, да?
Ну, вообще-то да. Я читаю комменты под каждым нашим видео и все советы учитываю. Поэтому, как бы, пиши всегда. Да. Что-нибудь годное только, пожалуйста, пиши. Кроме того, что черепах надо убивать, черепах не надо убивать. Вот что-то годное пиши, чтобы мы с Катей реально учились мультсруфту. А не там, убейте Эдисон черепах. И потом мы реально убиваем, и вторая половина подписчиков жалуется, то, что мы с тобой, Катюх, живодеры. А ты в пипуку не хочешь пойти, Ой, случай, Кать, ты тут аккуратно, эта собака плюется. Иди сюда. Кать, смотри, как надо их убивать. Ну, не так, конечно. Я знаю, смотри, что нужно отбивать вот эти вот штучки и в них кидать. Давай. Опа! Ой! Не получилось. Да стой ты на прицельный выстрел! Ну, почти прицельный. Выше бери. Да я беру как могу. Теперь ниже бери. О! О, почти. Давай. Летит в него, да! Господи, тише. Молодец, победил. Ты мной гордишься? Я горжусь тобой. Это холосо. Это вообще безумно. О, просто. Вот это пописяка, короче, да. Я! Ты жив? Ты в лаве. Как тебе сказать? Я хотел допрыгнуть, но что-то опять пошло не по... Ну, неплохо. Ты чё мусоришь, собака? Я же всё видел. Ты прикинь, я дельфина только что за яйца поймал. Дельфина за яйца? Да! Это прям чистая случайность только что поп... Ах ты, Ярик, пописярик, ты понимаешь, у меня... Я вот реально приручил... Ну как, приручил, не приручил, у меня собственный дельфин есть. Как? Подожди, я ничего не понимаю. Посмотри за яйца, в смысле приручил. Дельфина нельзя приручить. Ну я его просто поймал. Да, объясни. Я сейчас спрыгну в лаву, чтобы это увидеть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, если в двух словах, то сейчас у меня с этого момента Ярик будет фермером. С одной стороны, он будет выращивать... Да ёперный театр, ты же понимаешь. Нам же сейчас обратно возвращаться в это. Вернемся. Я хочу посмотреть, что ты сделал с Ярик. Где ты? Вот я. А, вот. Ага, и где Ярик? Вот тоже он здесь. Смотри, куда я ему пимал. Эй, ты что? Ну ему же тут тесно, выпусти. Ну зато... Нет, смотри. О, да давайте сначала сделаем так, смотри. Ну, сделаем ему побольше хотя бы водоем. У нас будет собственный аквариум, это раз. У нас будет собственный дельфин, это два. Ты смотри, тут зато сколько у нас друзей будет. Это реально прям чистая случайность получилась. Естественно, то, что ему нужно больше воды. Больше, я полностью согласен, больше воды сюда. Потому что, ну, Ярик как бы наш любимый дельфинчик, поэтому давай, больше воды. Ну вот, смотри. Не, ну как бы мы ему можем еще глубже сделать, да, чтобы он там плавал. Да, вот глубже. Это как бы главное, да. Ну, короче, давайте сделаем так. Я не знаю, может, кому-то не понравится то, что мы оставили себе дельфина, но зато вам нравится то, что когда Катя убивает черепах, да? Сделаем так, проголосуйте, оставляем дельфина у нас дома или отпускаем его в открытый океан. Но я обещаю прям на все 100%, тебе, Катюха, тоже, то, что я сделаю ему здесь просто лучший аквариум на этой планете. Пойдем золотую бронь наденем на ваши деньги. Точно! Так, подожди. Так, это мой. Ага. Так, это снимаем, это надеваем. Вот это красота! Вот это... Пойдем поскакаем. Слушай, ну они прям красавцы-красавчики. Как нам повезло, что было две брони. А мне такой вопрос нескромный. А вот это сено кончается когда-нибудь в этой жизни? Оно вечное, зато смотри, они там кушают. Они немножко. Они под цвет сена. Все, давай, выходи. Ярик! Да что ты делаешь? Собака! Это побег! Спускайте собак! Иди сюда! Ну ты дуримонда! Ну ты дуримонда! Ярик! Он не будет здесь сидеть, я так и знала. Иди отсюда, разбийник! Ну и давай до дома возвращайся. О, Игорь! Слушай, ну мы думали то, что я. Дурдом! До свидания! Это просто Да подожди. Не, ну как бы ты видишь то, что он обратно вернулся. Побег не удался. О, нет, все же удался. Ты давай тогда я тебе помогу. Куда ты в лес идешь, господи?
Это лесной дельфин получается? Ярик! Ярик, иди до дому, мама зове! Чё-то меня сегодня прям, знаешь, так тащит на украинскую мову. Ну, короче, всё, он хочет в лес. И что теперь делать? Я не знаю, что с ним делать. Это первый... Давай его вытолкаем как. Катюх? Ты понимаешь, что у нас проблемы? Ой. А кто открыл ядер? Я закрывала за... Где лошади? С золотой бронью. Где лошади? Маргарита! Мастер! 6 килограмм целлюлита. Маргарита. Вот мы и лошадей просрали. О, вот! Господи, одного нашла на дереве. Вот, иди сюда, они вдвоем здесь. Лошадь. Меня сейчас убьют, господи. Не-н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 е! Катю, нет! Она умерла? Она умерла. Она умерла? Она умерла. Кто-то умер, я не знаю, то ли это умер или мастер, или Маргарита. Это мастер умер. Маргарита на тебе? Я Маргариту привез домой, это мастер умер. Кать! Нет! Кать, мастер! Мастер умер, Кать! Это остатки мастера! Да почему ты клетку за собой не закрываешь, дуремонда? Да как так-то? Да ты закрыла бы ты за собой клетку, ничего бы этого не было. Ну нет, ну как так-то? Я закрывала клетку. Ну как ты закрывала, если... Вот, смотри, вот. Смотри, Маргарита, что осталось вот от твоего мужа. Вот смотри, это осталось от мастера. Вот смотри. Вот это от мастера осталось. Это кобздец. Вот это одно слово, которым я могу описать всю эту ситуацию. Игорь, сгинь чистая сила, пожалуйста, отсюда. Ну как он оттуда взялся? На дереве. Еще Ярик по грибы пошел, походу. Я сомневаюсь, что он обратно в океан отправился.